Начала новый горшок. Дно плету другим способом. И сами стойки плету тоже каждая отдельно. И получается, кстати, очень даже прекрасно. Мне больше нравится, чем я раньше плела. Красотища. Вот такая корзинка у меня получилась. Научилась я плести без вот без плетения здесь из лозы. Видите, получается внутри вот так вот. Из одной стойки. То есть каждую стойку я делаю самостоятельной и выпускаю как ножки-осьминожки. И получается, что вот здесь заплетать не надо ничего, не перевязывать, не связывать. И здесь получается очень даже ровненько и симпатичненько. Минус в чем? Минус в самом ротанге. Он плоский. Если вы плетете и хотите, чтобы было более красиво, берите полумесяц либо круглый. Лучше полумесяц. Вот такая вот корзинка. Ну, мне в принципе понравилось. Но лучше плести из полумесяца. 7-6 миллиметров полумесяц плетется замечательно. А вот плоский, видите, он уже дает вот такие вот огрехи. Хотя у меня на сайте, когда я заказывала ротанг, было написано полумесяц. Обращайте на это внимание. Вот такая вот корзиночка. Ну, прикольная. На 10 литров.